Ну что, ребята? Как бодрость духа поддерживаете вы, ребята? Нормально. Так, хорошо. Итак, мы готовы начать для вас сегодня. Гитара, чуть-чуть. А. Первая песня, которую мы хотим сыграть для вас сегодня, это песня нашего собственного сочинения, называется «Вечный август». Проект называется «Дима Супертемп и черные автоматы». Спасибо. Сыграем кавер, который вы все знаете, и для этого мы приглашаем сюда на сцену
Татьяну Огачеву. Поприветствуем ее, ребята! Пожалуйста, микрофончик, Дмитрий. Раз. Добрейшего всем вечерочка. Так вальнует рукам по холоду. Может быть, кому-то из вас показалось, что я слегка не вписываюсь в формат. Ну, на самом деле, мне тоже так показалось. Это не так. Ну, а кто у нас оригинал? Дима Осадчий. С днем рождения тебя, Дима. Спасибо. На самом деле, я вам всем желаю именно этого, чтобы вам нравилось, когда что-то не вписывается в определенные заданные рамки и в формат. Это всегда очень круто. И всегда очень интересно. Я люблю эксперименты, надеюсь, вы тоже. Ну, а есть песни, которые объединяют вообще все поколения. Вот как раз эту песню мы сейчас и споем. Это точно. Это вечная тема вообще. Вы знаете, ребята, все, наверное. Давайте все вместе. Если, что-то. Конечно, вы не родились в 2012 году, например. Группа «Супертемп», где мы играем панк-рок и рок-н-ролл.
про женщин с низкой социальной ответственностью. И вообще этот проект был для того, чтобы играть песни потише. Чуть-чуть микрофон. Вот. И так и родилась такая вот группа под названием «Супертемпы. Черные автоматы». Кем мы сейчас перед вами являемся? Следующая песня «Рок-н-ролл бизнес». Какой цветочный, да? Чаёк, пишет. Давай, брат! Помятая рубашка, тёмно-красный стек. Четыре саундчек, полчетвёртый по обед. Порвана струна, по диска 150. Ретификата 300, дистиллятор по 50. Это рок-н-ролл бизнес. Рок-н-ролл бизнес. Открывайте за свету, уж за лишний отказ. Сегодня старый север, а завтра 150. Сегодня на купе, ну а завтра на осях. Все время по прямой, остановки у лесов. Пакуем все в гримерку, забираем на засов. Это рок-н-ролл бизнес. Рок-н-ролл бизнес. Рок-н-ролл бизнес. Это основа осту. Давай, стояк, соя. Собираем на засов. Рок-н-ролл бизнес. Рок-н-ролл бизнес. Рок-н-ролл бизнес. Это основа осту. Когда же ты разошьешь жизнь всю свою? Когда? Когда ты уже сведешь снов соном с ты пока. Ладно, ну что, продолжаем, ребята. Давай! Следующая песня называется «Букет Лайт». Ужас! Появляется. Прогноз погоды. Твоя дверь открыта, так
приличных, а животу больше школ приличных подали. Мама спрашивает постоянно, не бросит на музыку окаянную, в глазах все время пьяный, с друзьями. А если песни я возлился, давно встречался и удавился, давно встречался и удавился. Поверь, а вдруг притерся и выживает, вот и радостью выживает, а иногда даже забываем здесь концлагерь. Твоя дверь открыта, как почему ты не покинешь ты свой путь, тварь. Будешь вечно сытый, так почему выбираешь ты лицо спать? Твоя дверь открыта, так почему не покинешь ты свой путь, тварь. Будешь вечно сытый, так почему Я не сидела.
Вот я здесь сидел на доске. И если то, что пойдёт, то без труда меня найдёшь. На той же лавочке под луной, напротив дома зимы с тобой. Осенний ветер на львон, звали лето и закон. А ночью были уверены, далеко до весны. Пока никто не спустится, не посветит. Пока лечу, бежу, фонарь свечу. И бегу с ним навстречу, не во сне, а наяву. Знаешь, что я как до сих пор живу. Я не так не пойду.
вся же песня новогодняя. Новый год, как вы понимаете, уже на нас наступает семимильными шагами. И неизбежно такое состояние, которое придет к нам утром 1 января.
следующая песня нам поизвестнее, повеселее, вы наверное знаете ее. Вы любите веселую песню? Конечно! Или вы любите, любите грустные песни? Да! Все разные! Я вижу, снова вижу тебя такой. Yeah.
закрыт радио. Старые пластины, но новый нам дал кредит. Мама, извини за то, что ты не бандит. Здесь комментарии от гуманитариях. Так устроен свет.
ты вокруг, ты сам на все найдешь ответ. И если эта жизнь тебе вдруг стала не нужна, подойди ко мне, спроси без понта, как дела. Я тебе скажу, пока еще не родила. Очень крепко. Для вас на сцене вот Дима Супердем, «Черные автоматы». Увидимся еще как-нибудь, пока. Пока. Спасибо.